здравствуйте! С вами солнечная Юна и погода юга на телеканале Краснодар 360. 7 октября – день шуршания листьями. У каждого сухого листика своя особая нота. Он будет тянуть ее в хоре, старательно вытягивать тоненькую шейку, потому что всю весну и все лето на ярком солнце и под дождем листик учился шуршать и ждал, когда вы придете ранней осенью прослушать его торжественное выступление. Он даже нарядился в лучший парадный костюм, чтобы среди хора соседей его голос не потерялся и был вами отмечен. Хотите услышать хор листьев? Станьте их дирижером. В этот выходной день пройдитесь по засыпанной листвой аллеями парка, передайте листьям ритм своей походки и вслушайтесь. Эта музыка звучит только для вас. Благо и погода будет способствовать прогулке в парке. В Краснодаре утром 11-13 градусов без осадков, днем 20-22, а вечером плюс 15-17. В Анапе, в Геленджике с утра плюс 10-12, днем потеплее плюс 20, солнечно, а вечером плюс 15-17. В Гулькевичи попрохладнее, утром плюс 9, днем до 19 градусов, вечером плюс 15. В Сочи же с утра ясно и без осадков плюс 13-15. В обед воздух прогреется до 21-23 градусов, вечером 16-18. Пусть этот день будет добрым, веселым и удачным в бесконечной череде ваших счастливых дней. А спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросехковмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи!